Внешний вид Зареченского инфекционного отделения в ближайшее время заметно преобразится. Здание поменяет цвет и станет ярко-зеленым. Кроме того, будут проведены работы по утеплению фасада. Средства на проведение капитального ремонта выделены из федерального бюджета в рамках программы ФМБА России. Были деньги выделены на проведение проектных работ, то есть они у нас закончились в сентябре месяце. И на основании проектной документации у нас проведены были 4 аукциона по капитальному ремонту всего здания. Первые у нас работы, которые ведут сейчас в данном случае, это фасад, работы кровля, внутренние отделки. Также на средства целевой федеральной субсидии будет проведен ремонт помещения, в котором располагается компьютерный томограф. После этого начнутся отделочные работы внутри здания инфекционного отделения. Также будут проведены отремонтированные сети связи, отремонтированы противопожарный водопровод, это внутренние уже такие водопроводные сети. Работы по ремонту кровли, утеплению и отделке фасада инфекционного отделения медико-санитарной части номер 59 планируется завершить в конце этого года. Отделка помещений будет проведена до октября 2022 года. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».